Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 478. Рассуждаем. Из 600 учащихся школы 120 не умеют плавать. Отношение числа школьников, не умеющих плавать, к общему числу опрошенных школьников равно 120 к 600 или 120 600, а это равно 1/5. То есть не умеющие плавать составляют 1/5 часть учащихся этой школы, а, соответственно, умеющие плавать – 4/5. Можно сказать так. Каждый 1/5 учащийся школы не умеет плавать. Или 4 из 5 учащихся школы умеют плавать. Аналогичным образом нужно описать следующую ситуацию. Отношение числа распустившихся тюльпанов к числу посаженных равно 4/5. Можно сказать так. Каждый 1/5 тюльпан не распустился. Или 4 из 5 тюльпанов посаженных распустились. Аналогично опишем ситуацию Б. Отношение числа финалистов к числу участников конкурса равно 1/6. Это значит, каждый 6-й участник конкурса стал финалистом. Или 5 из 6 участников конкурса не прошли в финал. И опишем ситуацию В. Отношение числа забитых шайб к числу бросков по воротам равно 2/3. Это значит, каждая 1/3 шайба не была забита. Или после броска по воротам, или 2 из 3 шайб, которые были брошены по воротам, оказались забиты. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.